вопрос. Через неделю-две наступит зима, да? Вот здесь будет снег, лед, с крыши будет капать. Здесь ходят дети с детьми маленькими, старики ходят. Во-первых, у нас много да. детей. И у нас много детей находится. Здесь вот, пожалуйста, вот все, да? все открыто. Вот наступите, сразу попадете в яму. Где гарантия, что туда никто не свалится? И кто будет за это отвечать? Ведь, ну как, ведь значит так, теплосети будут на водоканал, водоканал на управляющий орган. Они вот не могут между собой не могут договориться. Договориться да. Какая может быть договоренность вообще? Когда речь идет о жилье. Такие деньги вложили в этот ремонт, это баснословные деньги. И на это все наплевать. Просто издевается над нами. Как хотите, вот что хотите говорить, а вот это издевательство. Хамство.